Герой следующего сюжета каждую зиму уже 17 лет не забывает исполнить свое главное новогоднее предназначение – построить горку-ледянку. Пенсионер из Барнаула Вячеслав Замышляев, не изменяя традиции, построил ее в районе Булыгина. Почему она считается одной из лучших в краевой столице, узнала Анастасия Борисова. Подъем в 7 утра. Вместо зарядки – трехчасовая чистка снега. В свои 72 Вячеслав Замышляев проводит так всю зиму. Больше известный в народе как Дедушка Слава превратил обычный овраг в популярную горку-ледянку. Своими силами построил ее по авторской технологии, с душой и абсолютно бесплатно. Сделал насыпь, выложил ступеньки, залил утрамбованный снег. На это у него ушло 200 ведер воды. Сам Дедушка Слава на своей горке не катается, следит за каждой ямкой, тут же старается засыпать выбоины. Иногда сюрпризы преподносит природа. Коварная барнаулка то русло поменяет, то из берегов выйдет. В этом году она бабах пробила новое русло и на метр опустился уровень дна. На метр целый. Вон там сбоку все этот берег, раньше русло было, а сейчас песок. Горка круче стала. С природой надо сотрудничать, с ней нельзя спорить. Вот так подстраивается под природу Дедушка Слава уже 17 лет, как только вышел на пенсию. Сначала горку строил на радость внукам, потом ее облюбовали соседские дети вместе с родителями. Еще бы, вписаться в крутой поворот на скорости – та еще забава. Я точно лет 15 здесь. Со старшим сыном катались, сейчас с младшим катаемся. Спорт вообще полезно. В Барнауле такой больше крутой нету горки. Молва о бесплатном развлечении разлетелась на весь город. Даже появилась отметка на карте. По выходным на парковке здесь яблоку негде упасть. А на новогодних каникулах и вовсе собирается около 500 человек. Ну как же, когда вот такой пацаненок бежит и прыгает от радости, что вот тащит отца вверх на горку, вперед его бежит вот так. Ну, конечно, радостно, что люди отдыхают, пацанятам удовольствие. Конечно, радость. Ну и вообще, когда у человека, как говорится, все хорошо, надо иногда делиться, чтобы и другим хоть немножко было тоже хорошо. Из 20 горок, что сейчас построены в Барнауле, это единственное такого необычного формата. Для большего комфорта Дедушка Слава мечтает организовать прокат ледянок и бубликов, установить освещение и очистить от снега стоянку. Все эти планы на ближайшие пару лет. Ну а пока и без этого все уходят отдохнувшими и довольными. Анастасия Борисова, Владислав Кириенко, Роман Хайрулин, Дмитрий Козерлыга. Новости.